Сегодня изготовим галстук. Для этого нам с вами понадобится клей титан, бисер, черный фетр, кабошон, бусины в виде капли, ножницы, зажим, нитки, зажигалка, нить для бисера, иголки, лента репсовая черная шириной 5 см, лента атласная белая шириной 5 см, утюг, линейка и термопистолет. Необходимо нарезать ленту черную репсовую длиной 7,5-8 см, шириной 5 см. Также нам понадобится вот такая вот декоративная ленточка, тоже 7,5 см. Мы будем ее соединять при помощи зажигалки. Деталька у нас с вами соединена. Таких деталек нам с вами понадобится 6 штук. Я заранее сделала. Также нам понадобится репсовая лента 23 сантиметра. Эта ленточка также равна 23 сантиметрам. Мы ее соединяем с репсовой лентой. Такая деталька она должна с вами получиться одна. При этом не забываем, что у такой ленты декоративной есть изнаночная сторона и лицевая. Нам нужна лицевая. Соединив, нам понадобится зажим для того, чтобы сделать треугольничек. После того, как мы вылаживаем здесь треугольник, с помощью утюга придадим форму. После того, как вы заутюжили, у вас должны быть одинаково ровно вот эти вот уголочки. Также не забывайте, что лента боится больших температур. Поэтому мы наверх налаживаем сначала марлю, потом утюжим. Далее нам понадобится атласная лента 15,5 см шириной 5 см. Слаживаем пополам. У нас получился вот такой вот изгиб. На изнаночную сторону мы наносим с вами клей. И к середине формирую бантик. С другой стороны делаем то же самое. С этими отрезками мы будем соединять два конца. С остальными отрезочками мы проделаем все то же самое. Далее нам необходимо с вами три таких отрезочка будем собирать. Итак, первую ленточку мы подлаживаем под вторую, и третью также мы подлаживаем под вторую. И теперь затягиваем. И будем фиксировать. Первая деталь у нас с вами готова. Вторая деталька готова. Берем термопистолет
наносим клей и соединяем. У нас должно получиться сверху, снизу, сверху. Теперь у нас также эта деталька слева должна быть снизу, а это сверху. Такая вот деталь у нас с вами готова. Я буду использовать, я отступаю по сантиметру с двух сторон. Соединяем две детали. Отступая со всех сторон одинаковое расстояние. Вторая деталь у нас с вами готова. Мы берем с вами нашу заготовочку. Собираем на нить. Теперь мы будем фиксировать ее на нашу основу. Клей наносим немножко. Так вот выглядит у нас с изнаночной стороны. Теперь будем наклеивать вторую нашу деталь. Для этого также по кругу наносим понемногу клей. Если нужно поправить, поправляем до того, как клей не застыл. Если клей застынет, то уже ничего подправить будет невозможно. Так вот мы соединили три наших детали. Далее нам понадобится клей титан, черный фетр, бисер трех видов. Вот такая вот бусина, лак для ногтей, кабошон камея, нитка для бисера. Я заранее бусину покрасила в тот цвет, который нам необходим. Так как, обойдя все магазины, найдя того цвета, который мне был необходим, я купила обычную белую бусину, делая ее на иголку и при помощи лака покрасила, дала высохнуть. В итоге получилась вот такая вот бусина, цвет нашего кабошона. Я заранее приклеила камею на черный фетр при помощи клея титан. Дала высохнуть минут 30. После этого я ее обплела бисером по кругу. Второй ряд я также обплела только другим видом бисера. Как обплести камею, у меня есть видео на канале. Я оставлю также ссылочку. Далее нам с вами понадобится черный бисер. Для удобства высыпаю я его в контейнер. Беру нить для бисера.
по кругу. Мы будем оплетать. Оставляем кончик для того, чтобы он у нас не убегал. Мы его фиксируем клеем. После этого нанизываем бисер. Вам нужна та иголка, в которую у вас проходит ушко в отверстие бисеринки. Это нужно сделать заранее, так как после того, как вы начнете оплетать, может оказаться, что ваша бисеринка не проходит через ушко иголки. Так, возвращаемся в начало. Соединяем. Я беру по две бисеринки, отступаю расстояние от предыдущих бисеринок, такое, которое составляет длине этих двух бисеринок. Возвращаюсь назад. Прохожу через 2-3 бисеринки предыдущие данным бисеринкам. Вот что у нас с вами получается. Так я буду продолжать оплетать до конца. Бисеринки последние нанизаны. Для того, чтобы закрыть ряд, мы пропускаем нашу нить через все, которые мы нанизали. Входим в первую и протягиваем. И для большей надежности мы нашу бисерную нить будем нанизывать на бисеринки по кругу. Пока не дойдем до нижней части кабошона. Вот что у нас с вами получилось. Теперь мы берем бисер и нанизываем на иголку. Если вдруг бисеринка у вас не проходит через ушко, ее можно просто при помощи плоскогубцев
Сломать. Для того, чтобы все остальные бисеринки не снимать. Бисеринка просто ломается при нажиме на нее. Так, я думаю, достаточно. Теперь мы берем нашу бусину, окрашенную в лак. Берем бусину такую же, как у нас во втором ряду, и просовываем иголку в отверстие. Как бы возвращаем иголку. Вот это у нас получается. И теперь мы с вами будем дальше нанизывать черный бисер. Столько же, сколько у нас получилось с противоположной стороны. Бисер нанизан. Теперь мы прокалываем фетр. Возвращаемся на лицевую сторону и далее по кругу пропускаем иголку через бисеринки. Так, мы теперь пропускаем иголку с нитью на изнаночную сторону и фиксируем узелком и горячим клеем. После этого мы можем отвязать нить. Вот такой вот кабошон у нас с вами получился. Теперь нам останется только его вырезать. Для того, чтобы случайно не обрезать нашу нить, мы ее фиксируем горячим клеем. После того, как клей застынет, мы сможем с вами вырезать. Вот такой вот кабошончик у нас с вами получился. И мы с вами будем приклеивать кабошон. Наносим немного клея, чтобы он у нас не вылез за края. Вот так вот выглядит наш с вами галстук. Теперь нам осталось только закрепить, на чем будет держаться наш с вами галстук. Наносим клей. Будьте осторожны. Клей горячий. Крышечка нагревается. Очень-очень горячо.
Вот такой вот галстук у нас с вами получился. Так он выглядит с лицевой стороны. Вот так вот с изнаночной. Надеюсь, моя идея вам понравилась. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем творческих идей, хорошего настроения. До новых встреч!